Уборочные работы в районах республики завершены, однако у фермеров еще полно работы. Необходимо подготовить почву к следующему посеву и создать хорошие условия для зимовки скота. Чем заняты фермеры сегодня, это наша съемочная группа узнала в Урмарском районе. Александр Игнатьев родился и вырос в Урмарах. Мама – сельский лекарь. Отец всю жизнь проработал на хлебзаводе. Стать фермером юноша решил после окончания сельхозакадемии. Первым делом взял в аренду участок недалеко от села. Несмотря на энтузиазм и уверенность в своих силах, без государственной поддержки не обошлось. Индивидуальным предпринимателям давали на развитие 300 тысяч. По этой программе выиграл эту сумму и приобрел 4 головы племенных нетелей. После этого, как сказать, показалось то, что сельское хозяйство более-менее приносит доход. И до этого времени увеличил поголовье до 100 голов. За 5 лет увеличились не только поголовья, но и посевные площади. На данный момент у частного предпринимателя более 300 гектаров засеяны пшеницей, ячменем и многолетними травами. В следующем году Александр планирует строительство семейной фермы на 100 голов. А фермеры из Тегешевского сельского поселения в этом году освоили современные технологии. Новый трактор, привезенный из Германии, подготавливает глубокорыхлую почву без вспашки. В этом хозяйстве используется сейчас, идет подготовка почвы, а именно глубокорыхление на глубину 50 сантиметров. Хотят перейти обработку именно без пашки. Благодаря этому на глубине 50 сантиметров, как у нас практика показывает, сохраняется больше влаги, осенней влаги и весенней. И благодаря этому даже в засушливые годы хозяйства, которые именно начали использовать глубокорыхление, получают хороший урожай. Несмотря на засушливое лето, этот год для Урмарского района выдался урожайным, делится Дмитрий Иванов. Однако работы на полях еще есть. До заморозков надо убрать 200 гектаров кукурузы и вспахать оставшиеся участки земли. С новой техникой этот процесс не затянется, уверен заместитель главы Урмарской администрации. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.